Добрый день, это микс летний суперкрем Англия. Он состоит из аксессуаров, обуви и из одежды. Давайте поподробнее, что к чему. Это крем качества, здесь примерно около 35% вещей будут новые. Итак, это 39 размер, Bella Woman, это не натуральная замша. Дальше, смотрите, это Атмосфер, классные туфельки, 42 размер, десятка. По USA, Атмосфер, H&M 39, тоже они новые, сланцы, 39 размер, Атмосфер 39, восьмерка, ХБ, не хватает шнурочков, тут еще также будут ремни, резинка, вот такой ремень на джинсы. Потом, смотрите, шапочка челма, она вот из такой ткани, ее то ли на пляж носить, такая пыльная роза, но интересная штучка. Потом, смотрите, H&M 38 размер, такие ХБ туфельки, новые тоже. И сланцы Next, причем они из натуральной кожи, 38 размер, Next. Итак, поехали по одежде. Юбочка топ-шоп, классная такая, в спортивном стиле, с карманчиками. Шорты, Tailey Veil, 36 размер. Сумка, замки из кожзам, на замке, подклад в хорошем состоянии, сама в отличном состоянии. Очень много новых вещей, Only топ на резинке. Так, Only 38 размер, хлопок. New Look 12 размер, футболочная ткань. Потом легкие шортики Primark, но они большого размера, 16. Vera Moda M-ка. New Look 10 размер, либо 38. Блузка Armand, футболка двухслойная. Легкие шорты H&M 42 размер. Такого брака вот я не увидела. Джордж маечка, плотная такая, ХБ. Шорты, эска. XL мужская. Тут есть мужская одежда. Смотрите, купальник, он новый, 916. У него принт модный на данный момент. Вот видите, он новый. У него тесьма, которая делает этот купальник с элементами спортивного купальника, но он такой на подростка, маленький очень. Также попадаются аксессуары. Это палантин. Он новый, с бусинками еще. 38. Это боди, это не купальник, боди Primark S. Топ-шоп, классный, смотрите, классная блузка с вышивкой, такая кантри из хлопка. Здесь идет Джордж, это топ с воланом. Комбинезон СК, восьмерка. Причем, смотрите, это шорты, видите, и у него длинный такой жакет. Вот классное сочетание, когда... Потому, смотрите, а сзади еще есть разрез, потому что на самом деле комбинезоны, шорты, ну, достаточно сложно подобрать по фигуре, чтобы они смотрелись хорошо. Это легкие летние штаны ХБ с лампасами на резинке, Forever 21, джинсовый сарафан, блузка Атмосфер, 10 размер. Так вот, насчет комбинезонов. Смотрите, есть проблема у многих, чтобы он имел верную посадку. А вот такой вот сзади жакет, он скрывает эти, то есть эти недостатки и делает комбинезон универсальной одеждой. Итак, это Love Label, платьишко с плиссе. Так, здесь великобританский бренд Florence and Friend. Достаточно хорошее качество у этого бренда. Здесь то же самое. Он является популярным. Качество выше среднего. А также они следят за модными тенденциями.
Платье в стиле романтика, с кружевами, шифон, на шифоне бархат, какой-то цветочный принт, и причем это топ-шоп. 14 размер. М-ка. Вот милота, комбинезончик тоже такой, 16 размер. Здесь опять Florence and Fred, плиссе, юбка плиссе. Смотрите, вот есть нижнее белье. Оно, конечно, абсолютно модное, потому что имеет тесьму. Тесьма – это, ну, скажем, одни из последних трендов в нижнем белье, а также в купальниках. Примарк. А вот это, смотрите, да, то есть здесь получается мансон. Это тоже новый, 14 размер. Это такая вечернее платье-туника, полупрозрачная. Вот, видите она, но у нее есть подклад, то есть это готовый вариант для вечера. Причем с этикеткой, как оно, да, шорты. 16 размер, примарк, блузка. О, совершенно классно, это эсмара, это такой, знаете, ХБ, лен, веревочка, такой вот casual стиль, удобный. А, легкие брюки на резинке. У них, смотрите, красивые кисти, причем на железных таких. Так, это Florence and Fred, 14 размер. Ту. Здесь написано Made in Italy, 10 размер, видимо, для английского рынка шили. Это брюки на высокой талии с подчеркнуто выделенными бедрами, ну и они причем укорочены. Абсолютно модная вещь в стиле итальянцев. Итальянцы любят вот такие вещи. Папайя, 12 размер, ХБ. Здесь у нас Вера Мода, топ. Так, размер М-ка, хлопок. Так, здесь у нас Play Only, М-ка, ну, стиль оверсайз. Есть, посмотрите, ожерелье. Маечка, опять же штаны из легкого хлопка с карманами на резинке, немножко укорочены, вернее, как сказать, сужены к низу. New look, милота, платьишко, хлопок. А вот это вот, ой, мне так нравится, это кос. Кос плохим не бывает. На мой взгляд, у него 12 размер. Это комбинированная модель, это платье, но она, посмотрите, она вот так отрезана. И правильного размера этот кос, поскольку 12 размер, ну, все-таки это не эска, а чуть-чуть побольше. И так называется, вот сядет на фигуру, которая такая немножко круглая. Ну, шикарная вещичка. У него, смотрите, открытая спина. Оно еще и новое. Боже мой, это вообще что-то. New look. Десятка. О! Ну, что тут скажешь? Это купальник, монокини, то есть это когда трусы соединены с бюстом каким-то чрезвычайно необычным образом. Один из последних трендов. Так, хлопок, катун, примарк, мужская рубашка, S. Здесь у нас идет десятка, платьишко или блузочка. Вот здесь, к сожалению, непонятно, потому что оторвана лейба, но могу сказать, что по размеру это M. Приготовьтесь, это будет не быстро, потому что лот очень большой. Подробности вы можете по видео посмотреть. Футболка новая. Смотрите, это боди. Это сетка, камни, пайеточки. Ну, это вообще, я не знаю, концертная какая-то вещь, больше ничего не скажешь. Платье в пол, размер 14, синтетика, хлопок. Здесь Ривьер Исланд, 16 размер, платье в стиле романтика. Здесь у нас идет жакет, жакеты сейчас тоже в тренде. Элька, это может быть пляжный жакет, либо на шорты, либо на юбки. В общем, универсальная вещь. Марк Спенсер. Боха, туника, размер S, смотрите. Угу. Это топ, 4 размер, то есть XS, боди. Спортивные штаны, причем они Adidas, и
подчеркнули Adidas еще вот здесь. Ну, Adidas в рекламе не нуждается. Не знаю, отрезана лейба М-ка. Кривит шорты спортивные. М-ка это футболка. Посмотрите, есть сумка. Она, конечно, ну, она не из натуральной кожи, но зато у нее хороший подклад. Сама она в отличном состоянии. Нормальная сумка в таком casual стиле. Так, блузка. Укороченная блузка с шифоновыми рукавами. Платьишко Марк Спенсер на резинке. S. Десятка хлопок. Здесь модели разные. Юбка восьмерка. Тонкий трикотаж. Вываренный S. Это Aldi. Здесь кома 40 размер. На бретельках. С воланом. Топ. Кривит. Спортивная футболка L. Купальник. Верх от купальника. Причем это L-ка. Кстати, штаны тоже L. Они Champion. То есть Champion. Это не какие-то там. Вот. И в принципе это может быть костюмом. А может быть и нет. Coca-Cola LG. Майка. Она здесь будет не единственная. Вываренная. Вываренный топ удлиненный. Футболка. Так, здесь штанишки Ниагара. Slim Fit. Это мужские штанишки летнего образца. Они немножко вот такие плотные здесь. 30 размер, 32 ростовка. Так, дальше. Юбка Атмосфер, десятка. То есть она вся на пайетках. Вся. Абсолютно вся. Only майка алкоголичка. М-ка хлопок. Здесь блузка М. Шорты мужские хлопок. Так, размер 50-й. Платьишко 14, а нет, это не платьишко, это с розой, это комбинезон, видите, размер 42, штаны 14 размер, летние штаны, еще одна майка-алкоголичка, Элька, ну, тоже тренд, один из трендов, 40 размер, джинсовые бананы. А футболка с длинным рукавом S. Халатик хлопок. У него присутствует пояс. Это укороченный халат. Он, по-моему, тоже новый. Большой размер. 42-й. Обычные тонкие джинсы летние. Майка алкоголичка. М-ка. Хлопок. Здесь у нас идет трикотажная многослойная блузка. Ну вот сложно ее на камере показать. В общем, сами видите, да? Вариантов ее носки миллионы. Это может быть также платье. Все зависит от фантазии. Комбинезон S. Ну, Adidas. Про Adidas я помолчу. Джинсовая юбка. Так, S-ка. Хлопок, М-ка, это Элька, вернее, H&M, Кривит, тоже новая, спорт, у нее рукава из сетки, L, спортивная футболка, Nike, Nike для спортзала, опять новая, 10, а так, нет, это 10 фунтов, это М-ка. Хлопок. Такая футболочка с кружевами. Так, это топ. Вот у него рукава. Элька. Вот такие рукава. И бюст, закрывающий топ. Мужские
джинсы. Они, видите, размер у них 34, рост 34. Мне кажется, они могут быть женскими. Опять же, спортивная футболка S. Royal Class M. Леон от Марк Спенсера. Рубашка Леон. Размер S. M. Спортивные шорты Champion. Кривит топ. Смотрите, видимо, для модниц. Не просто спортивная майка, а полноценный спортивный топ. Еще один жакет с бахромой. Ну, тоже штучка. Вот этот микс, поскольку он английский, он такой больше, конечно, молодежный. И здесь такие вещички-то модные. Но не только. Все равно существуют и базовые модели, и для тетенек тоже здесь присутствует одежда. Но все равно в основном стиль-то такой больше молодежный, модный. Двухслойный сарафанчик. Футболка L или XL. Кривит топ ХБ, тоже новый. Так, смотрите, здесь идет люрикс футболка. Платьишко Боха. Размер у него будет 10. Ну чем? Ну да. Ну класс. На летний вечер. Штанишки. Легкие-легкие штанишки. Джинсы, такие джинсовые. Это тоже штанишки на резинке. Они укорочены на высокой талии. Здесь хлопковый джемперок Only. С элементами ажурной вязки. Размер M. Хлопок. Спина тоже. Вечерний топ. S. Платье в спортивном стиле. Джордж. Кривит. Спорт. ХБ. XS. Смотрите, здесь будут встречаться вещи вот этого бренда, то есть для беременных. Мама Ликойс. Видите? Легкие вещички, закрывающие рукава. М. Тоже классное платье. Это хлопок. У него короткий рукав, стойка, воротник. Он на пуговицах, видите, с воланами. Размер L-ка, нужная длина, хорошая, цветочный принт. Все при нем, шикарная вещь. Здесь 12 размер, это комбинезон, такой, знаете, джинсовый комбинезон с поясом. 12 размер, тоже новый. ХБ топ. Штанишки. О, они большого размера, на резинке, легкая ткань. Низ от купальника L. А, смотрите, какая юбка, да? То есть это, смотрите, такая Кармен. Юбка с запахом и с воланами. Плюс у нее еще зад на резинке, что делает ее абсолютно удобно. И она не в пол. Вот, вот, универсальная вещичка. Посмотрите, это жакет без рукавов. Одевается на любые брюки и все, и все, и просто шикарно. М. Так, 12 размер, New Look. XS. Что-то тут спортивное. Юбка 12, XS, кривит L, футболка, синтетика, эсприт, хлопок, M. Так, это что у нас? Ой, даже еще не взять. Вот такая вот маечка, размер S, без опознавательных знаков.
Это велосипедка кривит S. Все как надо. Топ от Ласкана, хлопок. Атмосфер, топ лапша XS. Чемпион штанишки спортивные. Майка Coca-Cola. Так, дальше. 40-й размер, хлопок. Вот смотрите, это Next. Джинсовый жакет, 14-й размер. Цвет интересный у джинсы. Маечка. S. Хлопок. S. L-ка. 30-й размер, 32-й рост. Такие уже были. Хлопковые шорты XL. Мужские. М-ка. Хлопок. А, тоже комбинезон двухслойный. Вверх у него идет. Так, это у нас что? Это Джордж получается. Размер непонятен, но я скажу вам, что это больше, чем М. Вот такой комбинезончик. Майка, хлопок. Штаны тонкий, хлопок. Карманов даже нет. Резинка. И вот они, видите, как, такие, как юбка. На жару хорошо. Майка, алкоголичка. Спортивные шорты 2XL. Мужские на резинке. Капри, хлопок, S. Тоже хлопковое платье. Верх у него ну, как-то отделан кружевом, да. А так оно, смотрите, в пол на замочке. Размер L. Хлопковые шорты S. Так, все видят, да? Adidas, еще и новый. Что вы про него скажете? Adidas, есть Adidas. Такая милашка. XL. Это блузка удлиненная. С воланами, с кружевами. Размер у нее большой. Здесь написано Париж. А вот размер XL. Тоже 42-й размер, легкие штаны на резинке. А это что за штучка? Это жакет от H&M, размер M. На сетку нашиты пайетки, вечерний вариант. Летний вечерний вариант. Florence and Fred L, топ HB. Ривьер Island, 16 размер, хлопок. Это топ Ривьер Island. Топ. XS. Так, кривит, леггинсы, даже не леггинсы, это брюки, спортивные брюки. Размер M. Шапочка для велосипеда. 2XL, хлопок. Tailey Veil, 40-й размер. Примарк, 14 размер, спортивный кривит, тоже новый, тоже какой-то спорт, но на нем нет обозначений, но по ткани это спорт, элька. Так, French Connection, да, 12 размер, у него вся спина это кружево, вся спина, вот прям до талии. А так это плотный трикотаж. 38 размер. Хлопковое платье с разрезами, длинное. Ну, вот знаете, на жару. На жару. Ой, а это вообще Ривьер Island 12 размер. Это платье с вырезом многослойное. Видите, здесь как будто юбка. Это такое ощущение, что на короткое платье одет жакет. Универсальная вещь. Это Next. Без пуговиц. Модная штучка. Мужская футболка М. Шорты 10 размер. Примарк
Top Only M. Only легкий джемпер в стиле оверсайз. Немножко карман выдает военную тематику. Но сейчас же идет смешение стилей, поэтому вроде на таком цвете 38 размер хлопок. Так, это М-ка, трикотажный. Вот опять для беременных, только это уже туника, у нее тут есть воланчик, она такая туника. И вот это вот, это тоже этого же бренда для беременных, размер М. Вот такой топ, одежда для беременных. И сзади у него, видите, есть утяжка, которая может... Сейчас пододвину. Florence Friend комбинезон S. Anna Taylor новые капри. Платье опять же Florence Friend. Так, размер у него непонятен. А, 16-й. Летнее платьишко. Жакет Only S. XL. S. Так, это Оазис, 12 размер. 12 размер. Золотая линия от Rivier Island. Смотрите, здесь кружева, сборки на рукавах. Еще и плиссе присутствуют. Намешали. Так, топ Rivier Island, 12 размер. Вечернее платье, 16 размер. Джордж. Так, 12 размер. Туника. Юбочка. Next. Футболка с длинным рукавом. Элька. New look. Десятка. Дороти Паркинс. 16 размер. Так, здесь у нас хлопок. Вот так, смотрите, что это за прелесть. Это H&M, причем M-ка. Ну, понятно, это стиль оверсайз. У него здесь вырез, сзади у него тоже вырез. У него сборки на рукавах, оно еще и вот такое короткое. В общем, с такими грубыми ботинками и грубыми колготками будет супер смотреться. А также хорошо со сланцами. Ту 12 размер хлопок, Марк Спенсер. М-ка. Так, это платье у нас Марк Спенсер, С-ка, хлопок, без рукавов, на лето. Ой, штаны шикарные, шикарные. Смотрите, они ведь не короткие, ой, в смысле не длинные, в том-то и дело, как они как юбка. Наверное, 2XL. Так, здесь у нас 34-32, облегченные мужские джинсы. Ту, оверсайз. One size, что-то пряжное, по-моему, по ощущениям. Красивая блузка, 10 размер. George Stretch. Платье с открытыми плечами, талия завышена, коротенькие рукавчики. Так, что это за бренд, непонятно. Ну, размер не маленький, Элька. Леггинсы ХБ, юбка, карандаш, 16 размер платьишко, Florence and Fred, жакет без пуговиц, невесомый, легкий, хоть куда, может быть даже блузкой, может быть жакетом, это опять же ФФ, 14 размер, New look, 4 размер, то есть подростковый вариант. Так, так, это у нас 10 размер, туника с хищным принтом. Вот, хорошенький жакетик. Вот он как бы, да, он модный. Действительно, Джордж, это тонкий трикотаж.
Джордж. Джек Джонс 34-34. Мужские. Плиссе. Размер. Непонятно, элька. Так, смотрите, это блузка тоже большого размера. Какие у нее красивые рукава и очень интересная расцветка. Но я не могу найти. А вот это River Island 28 размер. 46 размер хлопок мужские. Mark Company 8. Синтетика. Тед Бейкер. S. Ай, боха. Двадцать второй размер. Здесь есть небольшое пятнышко совершенно непонятного происхождения. Такое ощущение, что шоколад. 12 размер. Смотрите у него, что на спине. Сетка по всей спине, по позвоночнику. Хлопок S. А, XL. XL. Вот такие, знаете, что бананы. Карго. Да. Грит. Пейнс, платье, Лондон, элька. Это хлопок, 8. Атмосфер, 10. Так, смотрите, это штанишки. Румыния, люкс какой-то там, люкс. Это брюки с высокой талией, юбка-брюки. Так, блузка. Элька. 14-й хлопок. Платьишко. 16-й размер. Кружево и на подкладе. Флоренс энд Фред на резиночке. Так, джинсы. Элька. Джордж, платье. Без рукавов. H&M. 16 размер. Марк Спенсер, 28-й, слаксы, H&M, 42-й, 14-й размер, леггинсы, S, Лондон, 10-ка, ну вообще, да, смотрите, рукава, манжеты, пояс, тренд прямо. Так, и джинсы.